В Тверской области стартовала военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж 2020». Она посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Пешеходная экспедиция пройдет по рекам Большая Коша и Волга. Ее участники посетят три района области – Старицкий, Сележаровский и Ржевский. Мероприятие проходит при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России, а генеральным партнером экспедиции выступает Тверской вагоностроительный завод. Идейным вдохновителем экспедиции «Волжский рубеж» на протяжении долгих лет выступал заслуженный путешественник России Гарри Семенович Горевой. Ученый планировал завершить экспедицию в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако его не стало 9 мая этого года, но его ученики продолжили дело Горевого. Экспедиция историко-патриотическая, но не только. Она называется еще и комплексной. Традиционно она занимается не только проверкой состояния захоронений, их облагораживанием, если есть возможность, но также выполняет задания Тверского объединенного музея, какие-то краеведческие задания. Кроме того, это естественно-исторические исследования, это поиски родников, это описание флоры и фауны. Организаторами экспедиции выступают портал «Панорама.Про» медиахолдинга «Тверской проспект», а также коллектив 17-й школы, являющийся подшефной Тверского вагоностроительного завода. К слову, сам завод выступил не только генеральным партнером экспедиции, но и направил на Волжский рубеж своих сотрудников. Обратились помочь байдарками, транспортом, провиантом, но мы как бы решили все-таки пойти дальше, принять более активное участие в этом мероприятии и собрать свою команду. И наша замечательная команда тоже сегодня здесь присутствует. Завод всегда помогает нам в приобщении детей к истории и города, и предприятия. Самое главное, что это очень полезно для ребят. Один из членов экспедиции – сотрудник Тверского вагоностроительного завода Сергей Богданов. Перед отправкой ему и еще двум заводчанам вручили удостоверение члена Союза машиностроителей России. Тверское региональное отделение «Союзмаш России» также стало соорганизатором «Волжского рубежа». Много ходили в походы с детьми, много там и по северу, и по югу, и где только не ходили. Ну, тянет, хочется, интересно. Экспедиция продлится целую неделю, а завершится в Ржевском районе, где участники посетят мемориал советскому солдату, возложат цветы к памятнику, а также встретятся со скульптором Андреем Коробцовым.